Новая группа детей, которых вывезли из Донбасса на лечение, поступила в московские клиники. В общей сложности 11 пациентов. Самому маленькому 4 месяца, доставил в столицу накануне самолет МЧС. У всех тяжелые диагнозы – сердечные и онкологические заболевания, а также ранения, полученные во время обстрелов. На борту Ил-76, специально оборудованного для транспортировки больных, с детьми неотлучно находились врачи отряда «Центра СПАС».